Массовое отравление в детском саду в городе Нетешин Хмельницкой области. Количество заболевших растет с каждым днем. Сейчас их уже 31, из них 26 детей и 5 взрослых. Первые пострадавшие начали обращаться в больницу еще 4 октября. Жалобы у всех одинаковые. Тошнота, слабость, боли в животе, высокая температура. Областной лабораторный центр уже собрал образцы для выявления причин этого массового отравления. Экспертизы проводит и полиция, которая начала свое расследование.